Sony Ericsson W810. Разбор телефона. Своему появлению Sony Ericsson W810 обязан предшествующим моделям K750 и W800. С первой моделью этот аппарат роднит схожесть дизайна, а от второй аппарат унаследовал все качества Walkman. Начинаем разбор. Предварительно открутив два винта с торцевой части, с обратной стороны пластмассовой лопаткой подковыриваем верхнюю часть корпуса по периметру телефона и отделяем панель. Обратите внимание, что клавиатура никак не зафиксирована на подложке. Подложка приклеена на двухсторонний скотч. Отделяем ее от пластмассовой вставки металлической лопаткой. Далее отсоединяем шлейф подложки клавиатуры и вынимаем саму подложку с пластмассовой вставкой. Затем отсоединяем подложку от пластмассовой вставки. Откручиваем два болта в верхней части. Дисплей аккуратно отводится в сторону. Затем пластмассовой лопаткой отсоединяем шлейф дисплея. Обратите внимание, шлейф идет в сборе с дисплеем. Поддеваем корпус пластмассовой лопаткой и снимаем заднюю крышку. На задней части находится антенна, камера и вспышка-подсветка камеры. Вынимаем плату из средней части корпуса. Пластмассовой лопаткой отщелкиваем коннектор камеры. Металлической лопаткой очень аккуратно отщелкиваем плату с обеих сторон и начинаем тянуть ее вверх. Делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не повредить шлейф. В нижней части корпуса находится микрофон. Он припаян непосредственно к плате, поэтому при замене его необходимо выпаивать. Также внизу находится комбинированный разъем заряда, дата кабеля и аудиогарнитуры, коннектор подложки клавиатуры, коннектор шлейфа камеры, коннектор дисплея и считыватель флеш-карты. Сверху платы находится инфракрасный модуль. С обратной стороны кнопка включения, кнопки регулировки громкости, боковая мультимедийная кнопка, контакты антенны, контакты слухового динамика. Он идет в сборе с акустическим блоком. Контакты полифонического динамика, контакты батареи, контакты вибромотора и контакты считывателя сим-карты. Пальцами вынимаем шлейф камеры. Телефон разобран. Дальнейшему разбору конструктивных частей Sony Ericsson W810 посвящены иные ролики. Нам остается только показать, как выглядит полностью разобранный аппарат.